4-дневное путешествие по морскому побережью и местам воинской славы на квадроциклах отправились участники клуба «Сиэфмото» и АТВ «Анапа-клуб». Колонна посетит Атамань, а также города Республики Крым. Так, любители активного отдыха из Москвы, Санкт-Петербурга и Анапы открыли квадросезон. Для анапского клуба это первый организованный массовый выезд. Будем останавливаться в интересных местах, чтобы люди не сидели на диванах и перестали в одноклассниках сидеть, чтобы больше было жизни. Хватит сидеть, давайте путешествовать. Подробнее, как прошел автопробег, телекомпания «Анапа-регион» расскажет по окончанию акции.